наверное, приедут только в Киев. Прекрасные внешние данные, на мой взгляд. Как вы считаете, Ирина? Ну, да, я бы сказала, неплохие. Очень интересный купальник у девочки. И традиционные болгарские мотивы. Мне так кажется. Сейчас мы послушаем повнимательнее. Начало, конечно, похоже. Но вот она тоже уже в самом начале допустила ошибочку. Пытается как-то соответствовать музыке, выражает своим движением музыку. Хватает амплитуды, потому что вот и равновесие она сделала в прыжках, не хватает размашистости, не хватает какого-то шика. Ну, в конце как бы традиционный трюк. Болгарки очень любят в конце делать